Расскажу немного об игре на дзендраме палочками и руками. Сейчас вы услышите различия и сможете понять, что для вас лучше. Итак, руками. Теперь палочками. Вот как слышно, при игре руками идет такой удар металлического характера. При ударе палочкой он гасится при помощи мягкости этой палочки. Вот. Мы специально сделали несколько слоев специального материала для того, чтобы заглушить металлический звук и выделить чистый такой бархатный приятный звук. Но все на любителя, скажем так. У каждого своя душа, поэтому надо пробовать и смотреть самостоятельно, как лучше.